Всем-всем привет! Мы продолжаем играть в игрушечку, смотреть, как развивается наша планета Земля. Не будем мы рекламу смотреть, тем более ее нету. Эволюция никогда не заканчивается. Нет, это мы не будем или будем. А вы не забывайте подписываться на канал, порекомендовать друзьям, пока я вот сейчас это тыкаю. Устроиться поудобнее, с чем-нибудь вкусненьким. И еще можно зайти в плейлисты мои и посмотреть другие игры. А мы, наверное, даже 500 не набьем. Не набили 500. Так, я качал ДНК. До 65. Ничего интересного. Вот с аминокислотами самая большая. Сейчас аж 17.61 миллиона. Это, скорее всего, 17 миллиардов. Только после этого открылись ферменты. Но они 579 миллиардов, получается, очков. А у меня столько нету. Жесть. Зато прокариотическая клетка. От нее был митоз. Но от митоза пока что ничего. Будем все в правую сторону. Вирусы и все остальное мы не будем. А вот давайте митохондрия. Чуть-чуть, наверное, или не надо. Электростанция клетки. Митохондрия – это органелла, превращающая глюкозу в энергию. И ядро. Ядро – центр управления клетки. Оно содержит хромосомы, в которых находится ДНК. Ой, не хотела этого сделать, но пришлось. Хотя, с другой стороны, я так понимаю, что нам все равно это все надо качать. Это все идет от прокариотической клетки. Хромосомы. Это молекулы ДНК, содержащие генетический материал. Они сохраняют последовательность генов, позволяют передавать признаки от родителей к потомкам. Ну и, собственно, вирус. А он что делает? Так, 50% эффективнее. Биологический агент, который размножается в клетках других организмов. Удивительно, если бы неспособность вируса проникать в ДНК организма, люди, возможно, даже не существовали бы. Угу. Так. Бесполое размножение. Есть, но оно идет от тебя, наверное. Все от тебя будет зависеть. Интересно, давайте мы сначала по наградам посмотрим, что у нас по наградам. Ух ты. Кислотное путешествие. Как называется взрывоопасная кислота? Аминокислота. Начало. ДНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота является чертежом всех живых существ. Расшифровка генома ДНК всех людей одинаковая и совпадает на 99%. Не будь вредины, бактерии являются примером прокариотической клетки, противные мелкие вредители. Все здесь у нас. Угу. Ну и что? Эукариотическая клетка. Более продвинутый собрат прокариотической клетки. Эукариотические клетки имеют ядро для хранения генетической информации. Грибы, растения, животные и простейшие состоят из этих клеток. Жизнь создана. У нас новая клетка появилась. Нет, не хочу я рекламу смотреть. Вот честно, не до рекламы сейчас. Ух ты! А здесь половое размножение. Очень долгий метод размножения, включающий как мейоз, так и митоз. Объединяет генетическую информацию двух особей или полов, чтобы создать новый организм. А отсюда пока что ничего, да? Фильтрация, ткань. От ядра жгутик пошел.
А он что, да, 21 миллион? Друзья, ну это прям хвостообразный. Идет запись, идет. Хвостообразный отросток, который выступает из тела клетки, позволяет ей двигаться. Здесь по... Да ну ту-ту-ту-ту. ДНК, подожди-ка. Здесь что? Хотя бы до 10 добить. Ничего не появилось. У нас появилась цитоплазма. Цитоплазма – это вещество, окружающее ядро клетки. Она удерживается клеточной мембраной, а так открывает панель ежедневных наград. Серьезно? На 100% эффективнее. А здесь что? Фильтрация. Пассивный способ найти питание. Питательные вещества фильтруются, проходя сквозь тело организма. Метод питания моллюсков, криля и губок. Ну а тут дальше он ничего не идет. Так, друзья, значит, эукариотическую клетку, прокариотическую клетку, ДНК и аминокислоту по возможности я буду, да, вне так записи нашей качать. Мы пока вот здесь вообще на половом размножении остановились. У нас еще ткань. Группы клеток объединяются и адаптируются для выполнения конкретной функции. Органы состоят из нескольких видов тканей. Так, это вообще куда-то пошло не туда. У нас губка появляется. Первый в мире многоклеточный организм. Эти неподвижные фильтраторы являются результатом объединения нескольких эукариотических клеток. Один становится множеством. Появляется первый многоклеточный организм. Жизнь создана. Первый в мире многоклеточный организм. Это неподвижные фильтраторы. Является результатом объединения нескольких эукариотических клеток. А здесь как много всего, да? Нет, мы все-таки сюда пока возвращаемся. А там медуза пошла. Коралл. Коралл. Ой-ой-ой-ой-ой. Закрыть. Консоль системы. А что за консоль системы? Предупреждение же. Угу. Ладно. Награды. Хорошо, я не знаю, куда я нажал, а вот, наверное, вот сюда нажал. Угу. Что у нас коралл дает? Морское беспозвоночное со способностью создавать твердый экзоскелет из карбоната кальция. Угу. Я понимаю, что все это надо качать. У нас следующая медуза идет. Я не знаю, лево это все нервная система. Мышцы. Ткань. Что-то открылось. Ух ты! Ух ты, что-то открывается. Так, а что у нас здесь открылось? Цитоплазма. Я ее ж уже открыл, получается, да? Стоп, я что-то подзапутался здесь. Да ну блин! Ага. Это из ткани пошло, а здесь у нас... С правой стороны ничего нету.
Ну просто ничем. Ну давайте медузу тогда. Мягкие, свободно плавающие водные существа со студенистым зонтоподобным желудком и свисающими щупальцами, сокращая свое тело, они могут двигаться в воде. Жизнь покидает дно океана и начинает путешествие. Ну, прям быстро так. Прям совсем уж быстро. Это 107 миллионов. У меня такого нету. Зато есть мышцы. Мышцы – это соединительная ткань в теле животного, способна сокращаться. Это действие позволяет мышцам двигаться, в свою очередь перемещая приклеточные к ним кости. Ух ты, плавание. Простое плавание дало многим организмам возможность впервые перемещаться из одного места в другое. А у нас здесь еще и нервная система. Система клеток, которая посылает сигналы по телу в виде электрических импульсов. Губки, губки, губки. Но от губок, собственно, толку мало. Мало что ушло, но мне кажется, у нас... А здесь уже по миллионам идут. Печально. Радиальная симметрия. Плоский червь. Нет, ну до плоского червя мы будем уже в следующей серии. Сейчас мы книдоцит. Одно из первых органических видов оружия. Эта клетка взрывообразно выстреливает токсичным гарпуном для самозащиты и захвата добычи. Так, что-то еще открылось. А что еще открылось? Чего я не вижу? Что-то открылось, чего я не вижу. Ну, здесь прям 107 миллионов. Обалдеть. Радиальная система. Организмы, которые можно разделить на одинаковые части вокруг центральной точки. Эта форма симметрии более сложна, чем двусторонняя симметрия. Но это уже к червячку следующему более относится. Не к тому, что мы сейчас исследуем. Я хочу вот сюда попасть все-таки. Но это, наверное, только после червя. Угу. Ну, по 2 миллиона это слишком много. Здесь по миллиону, здесь тоже уже миллионы. Давайте губку тогда качать. У меня что-то где-то щелкает, щелкает. Все большое, я уже буду сам самостоятельно. Значит, губка, губка. Сколько у тебя? Ну, давайте хотя бы до 50 ее добьем. Получится? Нет, не получится. Не получается. И ДНК уже все. Значит, у нас основная задача сейчас ферменты в следующей серии купить. А я не знаю, получится ли. Большая сумма. Для проведения реакции сначала вам нужен катализатор. Ферменты действуют как катализатор биохимических реакций. Эта аминокислота на 100% эффективнее будет. Не-не-не-не, это мне не нужно. В общем-то, у нас получается вот здесь жизнь. Да не буду я. Ух ты, сколько медуз. Можно вот здесь потыркать. А изменилась, кстати, ли наша планета? Вроде бы пока еще нет. Или уже начинает. Континенты двигаются, посмотрите. Или мне кажется, что они двигаются. Ну, по-моему, чуть-чуть. Или это все-таки атмосфера. Ну, в принципе, на этом все сегодня. Здесь надо мне
Качать, качать, вот так. Кликать, кликать, кликать. И чему-нибудь я докликаюсь. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Игру мы обязательно тут пройдем до конца. Не забывайте подписываться, порекомендовать друзьям. И не болеть, и не грустить. До новых встреч. И всем пока-пока, мои архитекторы.